Каждый год во дворец детского творчества приходит обучаться около 900 новичков. Многочисленные объединения и студии различной направленности позволяют юным талантам реализовать свои творческие способности. В традиционном квесте участвует самая многочисленная категория школьников – среднее звено. Игру «Я дворцовец» придумали именно для ребят первого года обучения, чтобы в развлекательно-познавательной форме познакомить их с дворцом, его историей, правилами, расположением кабинетов. Она зародилась не так давно, вот как раз с целью сплотить ребят, потому что кружков много. И они приходят и не знают, какой наш дворец разный. И вот для того, чтобы показать, что он разный, что здесь столько много интересных мест, вот такая игра у нас появилась. Участникам нужно было пройти по 7 станциям, где педагоги и воспитанники Дворца детского творчества предлагали им выполнить несколько заданий. Алевтина Ивановна Козлова в игровой форме знакомила малышей с правилами поведения и этикета. Когда-то она такой же юной девчонкой пришла впервые заниматься во Дворец пионеров. Первый день не помню, но кружок, в котором я занималась, я помню, это был кружок из-за деятельности Мелехов Анатолий Дмитриевич. Да. По традиции с проведением квеста педагогам помогали ребята из городского союза старшеклассников «Статус» и активисты детской палаты «Галактика». Марина Брагина встречала школьников на исследовательской станции. Здесь нужно было из частей слов собрать названия объединений и студий дворца. Они очень много названий знают, оказывается. Они, может, сами пришли в несколько объединений. Я не знаю, но они, правда, очень умные. Марина занимается во Дворце детского творчества несколько лет и точно знает, что нужно делать, чтобы добиться успеха в выбранном направлении. Главное, не знаю, мне кажется, здесь абсолютно все важно. И каждый кружок, и каждый человек, каждый педагог, который здесь работает. По поводу наставления, просто пробовать себя, ходить, если тебе это нравится, и никогда не переставать. Валерий Краснов тоже в свое время участвовал в квесте «Я дворцовец». Бегал вместе с ребятами по коридорам в поисках нужного кабинета, разгадывал хитрые ребусы. Во Дворце детского творчества он занимается в школе пионерских профессий. На очередной игре ему досталась особенная роль. Я сегодня здесь фотографирую в качестве фотографа. Хожу по станциям разным и фотографирую события. На исследование дворца у ребят ушло чуть больше часа. За это время они узнали много интересного о его истории, правилах поведения, многочисленных объединениях. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.